Азов – это супер, супер. Вся россияне, все россияне, мы с кем приходилось общаться с россиянами, они как огня боятся. Они мне спрашивают, ты видел Азов? Я говорю, видел, ну, честно признаться, им же страшно, вы сами понимаете, потому что от них все можно ожидать, особенно чеченцы. Говорит, мы зачищаем район, зачищаем, зачищаем, они сзади нас. Раз, та-та-та-та, и все. Это они жалеют. Да, 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 они постоянно об этом говорят. Азов, Азов, Азов. Мы, и как бегают, зашли в квартиру ко мне, в квартиру проверять. И это, как это, я говорю, как трусливые зайцы, это вообще позорище, российская армия. Это у вас такая позитивная эмоция. Потому что мы это все своими глазами видели. Это не то, что я, а я именно все видел, как он. Я ему говорю, да тут никого нет, пустая квартира уже. А он вот так идет, как вот так, идет, прям трясется, что боится, что это вообще.